Супер няня уже в пути! Привет, пупсики мои волосатые! Сегодня я в первый раз иду на работу. И вы подумаете, что я уже не в первый раз иду на дорогу. А я скажу вам, я иду следить за небрачным сыном Нагиева. Короче, мы сегодня поиграем в «Малыша в желтом». Эта игра уже была у меня на канале. Игра была создана в 2020 году. За 2 дня. Игра недавно крупно обновилась. И я решил ее поиграть вместе с вами. Не будем болтать и гоу начинать. Окей, что так тормозит? Ну, привет. Я не знаю, как его назвать. Степан. Привет, Степ. Как у тебя там дела? Я твоя новая нянька, ну, типа... Да. Я маму твою предупредила, типа... Если будут травмы головы, то это ты сам. Ой, теперь у нас вонючий... Пиздюк. Окей. Положим сына Балди сюда. Так. Ну-ка. Портянки-то свои одевай. Уложите малыша спать. Окей. Так, чё у тебя тут можно стырить? Опа, кошечка. О, это ж ты. Смотри. Что ты делаешь? Кошка, заяц, овца. Кстати, это я. Так, блок. Чё? Миловое искусство. Через века. Окей. Так, я читаю. В далекой стране, за океаном, стельными... темными звездами в небе принц засыпал, но к нему в кровать прыгнула кошка. «Я нашла секретный сад», — с удовольствием сказала кошка. Они радостно выбежали на улицу исследователи в ночи. А вот это ржач. Они прошли золотыми вратами, взглянули на прекрасные древа. Древо, окей. Они шли красивой мощной тропой. Мощной, окей. Ох, прям на помидорку. Так, о, там кошечка. Их нужно собирать, кстати. Да что? Чё? Чё? Какой-то ключ. В июле выпал снег. Вот диковина. Особенно после такой весны. Все началось, когда мне подвернулась эта работа. Здесь были и другие няньки, они рядом. Ночь спустилась в первый день. Часы тянулись, а мы следили за малышом. Мы? Мы говорили про Хастура и Кальсильду. В их отсутствие. А снаружи... Клубился туман. Да ё-моё. О. Малыш, мне на тебя насрать. И важных тут слышу. Ну, логично. Вау. Какие абстрактные картины. Ну, как и это тоже. Кажется, картина не завершена. Окей. Так, так, нападающий, так, так. Опа! Тебе нормально? А чё нужно сделать-то? Все же играют с детьми. Так ведь? Осуждаю, это так что? Ладно, нельзя это делать. Кто...
ладно. Вторая ночь. Five Nights at Freddy's, только тут Five Nights Baby Real, да? Стульчик. О, а ты тут. Все норм, да? Тебе еще такое смотреть, эти. Это что еще, блядь, за шутки? Ну, если ты, конечно, жрать не хочешь, то, пожалуйста. Выпусти меня! Ох, нихера, Ганста. Иди сюда. У меня портки убегают, стоять! Блять, на меня вчера муха напала, кстати. Знаю, то что ты без... Вот. Меня муха атакует. Уйди. Да ты уйди отсюда. Окей, бешеная муха. Так стой. Иди сюда, блин. Как мне его поймать? Я сейчас... Я убью портки, блин. Я бы скример, да? А. Нашел. Принц и крольчиха. Видимо, принц какой-то живодер, кстати. Когда крольчиха пришла в гости, принц сказал: «Пора играть». Но его большие красные глаза испугали ее, и она решила уйти. Маленькая крольчиха бросилась к выходу. Принц бежал за ней и кричал: «Ей нужно остановить! Ее нужно остановить!» Чего? Давай я тебе тоже так швырну. На. В следующий раз я тебе повторю эту хрень. Ты же любишь тарелкой, когда поебал. Он бежал за ней... Рот закрой. Он бежал за ней темными коридорами. Прыг-скок. Непрерывный четный полет. Прыг-скок. Бег по кругу, бег по кругу, бег кругами. Невидимо где и за горизонтом. Прыг-скок, прыг-скок. Принц не мог ее поймать. Его сердце наполнилось гневом. Крольчиха проскользнула в дверь и убежала по тропинке. Принц кричал: «Мне нужно больше друзей! Еще! Сейчас же! Новых!» «Я приведу тебе новых!» — сказала его любящая мама. Ладно. Кто у двери? Ой, какие они милые. Они даже дверь закрыли. В смысле, а кормить ребенка ты чё? А хотя ладно, поживем ради себя хоть немного. Так. Чё за картинки тут? Ну, в принципе, как всегда, какая-то херня. Поедим так вкусно. Йо! Ах. Сейчас опять портянки улетят. Ой. А! Окей, я что-то прямо ожидал. Всегда, когда мы ему труселя меняем, он что-то возникает. Привет. Ему не нравится менять портянки. В принципе, я не против. А! Игрушки бьют! Ай! Ай! Избивают! О, боже. Тик-такли. А! Соска? Окей. Ай. А переодеть его не надо, да? Хотя, пускай в наказание, пускай в трусах спит. Выброси! И типа мне норм, мне бы валить отсюда. Окей. Ты же меня не побьешь? Капец, сказки все жестче и жестче. Во дворце было холодно, в небе ярко блестела луна. Ветер дул и дул. О нет, шторы широко раскрылись.
Маленький принц лежал в кроватке и не мог заснуть. И он попросил маму: «Сходи, найди мою овечку». Какой неприятный. Жесть. «Я голоден», — сказал принц. И овца подала напитки. А, окей. «Я испачкался», — сказал принц. И овца дала ему одежду. «Я устал», — сказал принц. «Давай я тебя посчитаю. 1, 2, 3. «Ват!» «Еще кое-что», — сказал принц, «пока я не заснул». Он открыл свои большие красные глаза и повернулся к овечке. «Приходи ко мне во сне. Останься навечно в моей голове». Овечка повторно сделала шаг вперед, охваченная ужасом. «Что это?» «Ват?» «О...» «Не клань... Да не кланься ты ему!» «О, Беслам! Возьми же меня!» «Спасибо. Больше сейчас еще. А, нет, это не конец. Ну, как всегда, не работает. А я поднимусь. Как тебе понравится это? What? Окей. Открывайся. А почему он резко заработал? В чем причина? Он хочет уйти. Да я тебя понимаю, друган. Пошли, откройте. Ах ты ж, мразь. Чел, ты не против, что я тебе домой зайду? Бам. Это вообще игра, но она не страшная, в общем-то. Она выглядит как-то, ну, мультяшно. Лошок! Еще лифт. Куда? Окей, нам сюда. Ну, естественно. О, какой-то пароль. 43. Кошечка. Кстати, там я кошку не взял. Черт. А, вот сюда, видимо, пароль. Так. 43.17. Ты охерел, а ну отдай. Пока. Чмо мелкое. Лифт не заработает, это точно. Там же не зря ключи. Типа замки висят, точнее. Пон! Ключ? Ключ! Я так и знал. Опа. Треугольник. Бежим. Не, ну не напугает. Фу. Тебе в кайф? Окей. Ключ. Нет, тут есть подвох. Я не буду его кормить. Идет в жопу. Да, вот он. Сосать. О, здоров. Пойдем. Воу, воу, воу. Понятно. Кто это у нас тут такой? Ай, какой ты плоский. Воу! Иди в жопу. Сука. Какой злой.
А может я уйду? Ну окей. Куда мне там идти? Окей, меня это не напугало. Йоу. Вот это жесть. Пока. Нет, я не... Сюда! А, сюда! Да нагнись! Еее! Тут какой-то... Нет! Да боже! Бежим! Ковард! Нет! Чё? Йо! Ты чё это? За балди начался? Ай! Там такая же голова летела. Так. Еее! Мы убежали. Беги, маленький кролик. Ты не единственный, как будет всегда еще. Фух. А, нет. Что это было? Чуть за паук был. Чё-то, мне кажется, тут не все окей. Черная кошка? Окей, видимо, туда. А я не могу, окей. О, вот ты черная кошка. Окей. Нет! Малой, помоги! Нет! Любопытство, иди за мной. Дошевелись через портал. И затаись. Черная кошка. Капец, со мной грудничок разговаривает и черная кошка. У меня все... Норм. Ой, да мы знаем эти цыганские фокусы. Был и сейчас. Окей, мы куда-то переместились. Какое-то измерение. Не достает. Отключение. Окей. Книжка. Если можешь взять предмет, значит он нужен. Я тебя пон, кошка. Так, видимо, нужно поставить. А как? Какой распорядок? Окей, вот так, просто поставить, окей. 2 июня, журнал 902.40. Живопись все еще остается лучшим способом путешествия между мирами. Короче, мне надо что-то попасть в глаза малышу, иначе мне грозит... Короче, вот. Открыли. А в этом толк есть. Ой. Господи. Кошка, ты меня напугала. Ну, естественно, чё. Здорово. Чё это? Это робот какой-то. Оживи робота. Окей. Видимо, мне нужна батарейка. Мы можем обратно пойти. О, батарейка. Сейчас мы его починим. Будет как магазины, окей. Йоу. А чё у тебя, кстати, с ногами? Он выглядит нездорово. Окей, сами читайте, я не хочу. Так.
Окей, это, видимо, для него. Ну, очевидно. Батарейка есть. Коснитесь. Окей. Ладно. Ай! Сорян. Ау. Ай. Я мазила. О, зарядили. Ау. Ай. Е, мы тебя зарядили. Ура. Привет. Чё? Фу, ты чё на меня чихаешь? О, как мило. Чё? А чё так жёстко-то? Отвертка. Отремонтируйте робота. Усилитель прикрепите. Опа. Ты чё-то святое. Пружина двери сюда. Типа, чтобы не закрывалась. Окей. А вот и часть эта. О, ставили. Окей. Ты куда? Алло, а я? Йоу. Чё? Да, привет. Войдите из подвала, помогите Ньюиту отремонтировать лифт. Так. Что-то не похоже, что ты там ремонтируешь. Где мой лифт? Делюкс. А. Чё? О нет, только не эта затычка. Дело такое. У меня запись остановилась, и некоторые моменты не записались, так что сорян. Окей. Непон. Типа, смотрите так, а теперь... О, там рычаг. Чё-то я не понял. Йоу-йоу. О, нормальная фотография. А чё? Хрен его знает. Вот. А? Чё? Выглядит мертво, возможно. Опять же камера. Камера. Так. Е. Так, давай его отмутусь. Пописал на него. Окей. Так. А чё такое грустный-то? Сейчас будешь это пробовать, коктейль. О, боже! Йо! Какой-то он радиоактивный. А, окей. Да стой! Да... Стоять! Ребенок тут прыгает! Йо! Вот это, конечно, скример. Засасывай.
Е-е-е, мы прошли. Сад какой-то. Малой, ты охерел? Стоять, робот. Капец он токсичный. Иди сюда. Стой. Что он делает? Ты мел... Да остановись ты, мел... Блин, железная ты срака. Я быстрей. Так, опа, взял. Он прям исчез. Опа. Туда его. Остановись ты, блин. Херак. Окей. Возьмите. Ой. Кто у нас тут такой злой? Робот, нет! Вот это, конечно, мы получили. Ни хрена себе. Охренеть, эта игра, ну, стала не похожа на себя. Давай его! Туда! Робот! О, нормально. Окей. А чё меня так штормит? Малой! Ай, господи. Йоу. Кажись, не надо было его этим кормить. Охереть. Стабилизируйте гиросферу. Найдите путь наверх. Чё? Ай! Ты охерел? Возьмите соску на кухне. А, точно. Ой, сырок. Так. Ай. Ау. Ай, прям же хлебало. Ого. Нет, видимо. Идем, получается, так. Меня тут током не ударит. Окей. Мы это сделали. Что ты делаешь? Да ты охерел! Получите сердечник? Чё? А, ну, спасибо, малой, мне он нужен. Вау. Чё это? Что за хрень? Дима, а! Так. Робот. Чем? Там. Да фак, да я не знаю почему, но у меня чувствительность куда-то делась. Ха-ха. Куда? О! Е-е-е. Небезопасно. Ищите недостающие фрагменты в саду. Так.
Давай! Оу! Вот так. Да, хватит! Да, нет! Я не прочитал, я не успел! Прочитать, что-то написано. На! Да вы смеетесь. Джеки Чан. Понимаю. В смысле? Чё? Куда? Чё происходит? Ват. Запись. Чё? Оу! Блин, чё мне так заседает-то? Давай! Ай! Чё? Мы его убили? Нет! Ньюит пропал. Ньюит! Нет! Нет! Ньюит, ты был мне как брат. Прощай, Ньюит. Вау. Чё? Чё происходит? Бать! Чё это? Пазл. Окей. Что это? Здорово. Ё! Нет, ты нас такими не... Посмотри... Жу. Ват. Нет, ты кто? Почему вы привели его сюда?